Гнали за нарушителем, попали на цыганскую свадьбу. Кадры нападения на полицейских в деревне Верхние Осельки опубликовали в социальных сетях. Сотрудники ГАИ остановили старенькие «Жигули». Для проверки документов оттуда выскочил водитель и пустился на утек. Спрятался в частном доме, во дворе которого полицейских встретила толпа разгневанных мужчин. Они преграждали путь в дом и толкали стражей порядка. Там, кстати, якобы проходила цыганская свадьба. Полицейские вернулись с подкреплением. В итоге в отделе четверо, включая водителя. Ему 28, прав нет. Кроме того, в деревне нашли десяток машин с перебитыми номерами. Это уголовная статья. А также Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на полицейских. Содержан мужчина 1996 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту применения насилия в отношении представителя власти. В настоящее время следователем подозреваемый допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.